Всем привет, меня зовут Илья, вы на канале Малой Плей. Со мной сегодня Андрюха. Андрюха, всем привет. Да. Мы дальше продолжаем выживать в 7 Day to Die. У нас уже пятый день, 7 утра. Так, откуда ты говорил вот эти... А, вот, они с маленьких камней, короче, добываются. Вот та штука для постройки этого. Ну да-да-да, я тебе про это и говорил. А, вот она. И отлично. На следующий день, на... Ровно в седьмой день нам придет уже пенсия. Большая-большая тяжелая. Ну, да. Жопа. Мы тут, короче, немножко побегали, надыбали домик, да? А, то есть у нас аирдроп летал. Получается... Да, но найти мы его так и не смогли. Да. Ну, потому что лох это судьба, наверное, поэтому, да? Что-то я не вижу. У меня, да, короче, из этих маленьких все-таки попадаются только эти пока. Камни. У меня один раз это... Вон там камни. О, я пойду на кукурузное поле, я посмотрю, может там что-нибудь можно найти. И как всегда, мой попугай обозлился на видео и решил начать орать. Очень много орать. Ой, ори. На здоровье себе, блин. Так. Он успокоилась. Ура! Она успокоилась. Нет. Каркаешь, она поэтому начинает. Ну, конечно, обиделся на меня, да? Да. Так, ну чё, седьмой день, я думаю... Кукурузу. А там, да, там, кстати, кукурузное поле есть. Я не знаю, седьмой день, я если знаю. Мы всё-таки вытянем, то будет круто. А потом переселимся реально в тот дом, то он просто огромный. А на 14-й день ещё будет говно такое же. Ну, это понятно, то есть каждые 7 дней, каждую неделю, грубо говоря, да? Ну да. А, слушай... Давай-ка там это потихоньку... А, как я понимаю, мне... Начни делать ров. 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 Нам бы поохотиться, вот я что думаю. Нам потому что еды-то нету, а хпшку нам восстановить надо. Надо вот насчет это. А алкоголь вот этот, он нигде у нас не крафтится, слушай. Ты его не видел? Никогда. Слушай, а что за бериберда? Как так-то тогда? Так, ну чё, ладно, давай я пока начну тогда делать ров, пока есть время. Хотя бы по бокам, спереди, если чё, потом всё закидаем, а по бокам здесь сделать. А спереди, там, мне кажется, там надо будет уже кирку делать. Спереди. Ну да, так, потому что я это, там всё равно ничего не сделаю. Надо из этой земли, может быть, какие-нибудь грядки сделать, потому что я вот уже подобывал. Хорошо, я думаю, что здесь нет такого, как вот... Как где? Короче, вот в той игре, короче, которую ты тоже снимаешь, это, которая новенькая вышла, относительно новая такая. Субсистенс, которая? Еще, чтобы, да, чтобы, просто, чтобы росло деревья, ну, как бы, растение, нужен цвет. Надеюсь, что тут такого нет. Там, да, кстати, мне тоже подписчики написали, то, что зря я, говорит, дома поставил грядку. Но ее можно прокачать, и она, короче, будет расти и дома, там, лампочку какую-то вешаешь. Вот надо бы тоже попробовать. Слушай, тут я вот все рою. Я хочу сказать, что Subsistence, он немного другого жанра. Но он ну, там конечно. Более хардкорный выживание, вот, типа The Long Dark. Ну, хардкорный ну, такой. Не настолько. Long Dark там она, блин, пожестче будет. То, что она реально но... посложнее. Я в смысле, там больше всего особенно на энергии, на таком вот. То есть там больше так Subsistence, это вот больше... Чтобы типа делать как дом, именно вот который новый, такие новые, да, вот а, ну? С электричеством, с эти вот там панели, вот это. А что ты еще думаешь, стены не доделал и крышу? Вот я вот этого не понимаю. Смотрю твои видео, вот. А, да я в принципе, видишь, я почему сейчас крышу не делаю, потому что у меня не прокачан, грядка не прокачана. А-а-а, то есть, да, видишь, там все взаимосвязано. А стены? А стены, как бы видишь, они же никто не запрыгивает. Я сейчас, получается, основное делаю то, что мне надо. Так, давай ты мне можешь сейчас сделать, знаешь, что это? Топор. Топор, да? Без проблем. И тебе дерево, да? Не-не-не, у меня все есть. А это новый. У меня уже лопата, кстати, этот, 67 уровня тоже. На, тебе. О, топорик 69. А ты ее сам можешь сделать? Да, вот я сделал. Вот я сейчас сделал. Она, кстати, а получше то. Что, давай вдвоем. Лопату? Давай, не вопрос, сейчас. Ну, на, вот эту, держи. А, в принципе, нормально по времени. Да, я слышу, идут. А, вон она.
Лопатку я вот бросил. Все, загасили. Загасили. Что у нее тут? О, у нее здесь что-то есть. Что-то есть. Кстати, вот эта лопата, что которую ты... я сейчас сделал, она даже получше, этот, чем... Да, нет, получше, чем которая была. У меня была не самодельная, металлическая. Это у нас же самодельная сейчас, из камня. Ты что так глубоко тороешь? Вот так, тихонечко. Ну, я этот вот на два этих, на два кубика, грубо говоря. Я считаю, нормально. Потому что на один мало, на один они выйдут, а на два они уже туда, если упадут, то все, с концами. А нам туда же их лутать надо, забыл? Не, ну мы-то их отлутаем, нам же не обязательно к ним в упор подбегать, чтобы залутать. Где тут, тот, тот, а, вот оно. Нормально, а когда с двух сторон, она даже особо это, не может ничего сделать, да? Ее штырит просто начинает. Да она так упала в такой позе, правда, на тебя, даже как. Родная! Нормально. По-моему, еще кто-то идет где-то. Ой, еще жир какой-то. Где-то, где-то еще. А, вон еще, сзади. О, началось. А этот, кстати, жесткий, насколько я помню, да? О, слушай, что-то их многовато. Да тихо, не ори ты, епта. Во-во-во-во-во, баба, ты чё, успокойся, успокойся. Во-во-во, что-то я, прикинь, этот. А, она меня, этот, оглушила. Сука, жрет меня. Ладно. Сейчас я появлюсь. Надо я её... решил тактически отступить и убить этого зомбя мозгами. Каким-то образом. У меня почти 11 хп осталось. Сколько? 11. Жестко. Так. Ты еще. А, ну в смысле, ты еще живой там? Я живой. Жить я живу. Так, это тут. Разберись с ней. Сейчас разберемся. Где мой молоток, бля? А, ну-ка, блин, видишь, по ней попасть бы еще. Да. Эй, да как ты вот по мне-то что-то попадаешь? Опа. Давай отойдем немножко. Норма! Да что ж ты, блин, я по ней попасть не могу, ты прикинь. Да ты что ты будешь делать? Опять она меня по голове ударила. Нет, у нее ничего. Что-то я там кусок мяса какого-то испорченного взял, что ли? Нахер. Так, сейчас быстренько одеться надо обратно. Блин, капец, тут часто умираешь. Ну, кстати, смотри, меньше 70% хп не падает. Чувак, ты можешь пикнуть эту штуку? А, ты не, у меня в дерево нет, что я тут. Чувак, ау. Тут олень. Оленята. Где? О, вижу. Ну там. Все, я на охоту. Нам бы, блин, штуки 4 сейчас оленя шатать. Да, тогда будет вообще идеально, просто у нас еды почти нет. Но. Ну, у нас сейчас с деревом вообще проблем почти что нет. У нас 3000 дерева, а это вообще 30 копий. Ой, ну вот эти. 30 копий. Я уже начал... Ну, не копий этих. Короче, штук, на которые напарываются зомби, издыхают. Да. Короче. Блин, что-то, прикинь, олень стоит, я в него попасть не могу. Как так? Я рукожоп, да, наверное? Понимаете, понимаю. Так. Лавы в деревья падают. Подожди, а куда он убежал-то? О, слушай, тут столько хлопка я нашел тоже. Ну, собирай, это одежда. Одежда это классно. Ну да, и я его и собираю. Тыщ. О, я еще одно нашел. А, нет, олень упал, оказывается.
Он, оказывается, сдох. Все-таки я его убил. Я, короче, это нашел еще один дом большой. В смысле, еще где-то? Ну да. Я прям на него смотрю. Ну, короче, это, вот через речку переплываешь, а там это. Так. Опа-опа-опа-опа, тихо, тихо, девочка. А, ну вон, кстати, ребята, если кто видит, вон тот дом, который мы нашли. Да здесь вот девочка, потому что бегает. Давай. Мясо, мясо, шкура, быстро, быстро. Я, блин, слышу просто, как ко мне подходят, поэтому очкуешь. Давай. Все. Вот тот дом, который мы нашли, он там огромный. Там потом будем туда переселяться чутка, да, попозже. Сейчас пока... А что вот смотри, если... если показан нос, значит они меня чуют, да? Да, значит у тебя мясо. Ну да, у меня есть мясо. Но вот за это они тебя чуют. Все. Второй топор сломался. Блин, не могу попасть в оленя. Он как-то скачет, как идиот. Он что, встал? Или это другой уже? Нет, это другой уже. Я уже одного гасанул. Ты прикинь, это дебила на наши колья налетел. Олень. Кто? Олень. Да, я в него раз попал, короче, а потом он в тупую на Коле налетел. Он нормально, у нас и шкура, и мясо теперь. Я сейчас быстро занесу, пока этот... Они сюда не прибежали. Эй, мне топор скрасить, не забудь. Я, короче, решил, знаешь, как? Как? Смотри, закруглять потом эти кусочек, и чтобы Коль достать. Ага. Ура, я апнул левел. 15... Надо бы сейчас скилл-поинты тратить. Кого? Скилл-поинты. А как их тратить? Я просто вообще говорю, я далекий, я здесь еще пока ничего не понимаю. Ну, есть скиллы, есть скилл-поинты. С помощью скилл-поинта получаются скиллы. Угу. Так, кстати, вот у нас уже 7 камней вот тех вот, которые нужны для этого. Не факт, что это именно они. Да не, вроде они. Ну, я так думаю. Ты сделал мне топорик? Так, сейчас. А, точнее, у нас еще есть немного. Так, мясо. Что там хочешь чинить? Копья ломают, а вот чинить забываешь. Копья ломаешь, а вот чинить забываешь. Я их, я их не трогал. Свои проблемы, кто так трогал. Самое главное, что они сломаны. Все, все, ладно, не кричи, что ты прям. Так, топорик. Гони топор. А, сейчас, подожди. Я буду на тебе стамину качать. Да, что, качается так? Ну, стамина, да. Если я буду бить... Короче, если стамин трачу, то стамин качается. А-а-а. О, атлетика прокачал задницу. Спасибо тебе большое. Я второй раз за тебя качаю левел. Держи. Топорик. Иди, пойдем со мной. Сейчас надо будет это. Пойдем. Сейчас, пойдем. Сейчас, подожди минутку. Так, ну что, ребят, к нам, короче, подключился Кирюха. Скажи всем привет. Привет. Да. Смотри, ребят, блядь, туман вообще жесткий. У меня нет никакого тумана. У меня тоже. Серьезно? Что это, да, ты на стройках там полазишь? Не-не-не, вот у меня сейчас вот именно опустился туман, короче, конкретный прям. Что ты странный? Может, тебе укольчик сделать? Да я не знаю, вроде так-то все нормально вроде. Ты мог там то, что... нет. Чё? Да я думал, ты меня ножом там потыкал или что-то там сделал. И это. Ой, я умер. Меня ножом потыкал там, на тебя какой-нибудь этот разозлился и туман напустил. Ну да. Тебя чё, Андрюха, вшатали? Ну да. Кому лук нужен был? Короче, такой... Мне. Мне одежда нужна. Так, давай, я два лука сейчас вам сделаю. Да, два лука сейчас сделаю. Так, тебе, Кирилл, еще и лопата нужна, да, по-моему? Угу. Так. Мне одежда, да и лопата, мне все нужно. Я как этот Плюшкин, короче. Смотри, держи лопата, держи лук. Сейчас так. Вот, все возле меня лежит, да. Все взял? Ага.
Так, у меня это можно а уже я скрапнуть. Думал, они у тебя там уже это делают, как кто? Железные какие-то. А, нет, еще нет, пока обычные. Так, надо дерево. Я пойду туда за деревом, на тот берег пока. Андрюха, на, возьми лук. Андрюха, развернись. Я нашел наконец-то, где глина добывается. Вон лук. Какая глина? А, ну тут, короче, если вот смотрите, видите, вот тут прям такая земля где, вот это? Чем обычно. Но. Да. И вот тут, если вкопать, глина добывается. А, во, Андрюха, вот эта глина нам и нужна для этого, для постройки печки. Ай. Прикинь, ёб. Тадек, все нормально, давай добываем глину, сейчас будем печку делать. Вот я тоже ее, я вот свое выживание там уже около 2-3 дней. У меня ну, я там просто уже залутался так не слабо. Ну и мне уже печку тоже надо было крафтить. Я думаю, а как крафтить-то, где глин добывать? И в нете ничего нету, я уже загай. А у нас просто понимаешь, у нас как бы английская звучка, мы что-то и глины не заметили, что там глина написано. А у тебя что, на русском? Не, вот это. Все-таки хорошо то, что нажал, это, начал копать, то смотрю, глина начала высыпаться. Не, отлично, отлично. Сейчас построим печку и все, мы уже сможем. Слушай, мы можем кирку уже вот эту всю билиберду сделать. Если у кого-то железо есть. Есть! Там куча железа у нас уже. А, у меня три. Если, ну, вот эту же тему копать, то там по один, по два выпадает железо там. У вас есть железо вообще? Да, там хватает железа, по-моему, у нас. Там у нас вообще, если у вас много железа, мы вообще тогда будем макдаками. Макдаками? Ой, макдаками, опять сказал, макдаками этими, магнатами. Так, ну давай, я тогда пойду поставлю печку сейчас. В принципе, там все есть. А у вас это какая-то штука есть там, кроме глины нужна какая-то штука еще? Да вроде, там ее надо сделать из глины, по-моему. Сейчас. А, как раз из глины нужно. Да, сейчас я все замучу. Прочитай, как там глина называется? А, сейчас скажу. Lump of clay. Да, вот она и есть. А, так, а из нее сразу делается? Да, сейчас я и сделаю. Так, как она вообще, кэмп или как она там? Так, вот она, форж. А, нам нужен один биволс. Белаус. И одна Short Iron Pipe какая-то. Сейчас гляну вот здесь. Так, вот это есть. Так, и теперь нам нужна вот та. Белаус, это что такое? Сейчас, сделаю. Она из шкуры делается. Так, она делается... Так, блядь, да как так-то, а? Так, дерево. Вот эта херня. Так, давай, один Белаус. А, нам 20... Не хватает. Еще есть шкура животного у кого-нибудь? Одна шкура. У меня нет. Ой, ночь начинается. Ой, уже не хватает. Сейчас ночь. Короче, тогда у нас не хватает. Нам надо... так, это у нас все есть. Так, дерево. Дерево я пока здесь оставлю себе чуть-чуть. Так, подожди. Так, вот. Так, песок. Короче, нам, чтобы ее сделать, надо еще один унитаз разломать. Слышите? Да надо посмотреть, потому что этот... короче, надо... Одна шкура нам нужна и одна труба вот эта металлическая. И все, мы тогда сможем сделать ее уже. А не обязательно унитаз там... Ну, короче, нам нужна металлическая труба. Вот что я могу сказать. Давай, ищем. Где что у нас тут есть, надо искать именно металлическую трубу эту. Насчет скиллов надо будет еще посмотреть. А? Нет. Насчет скиллов надо смотреть, говорю. Так, у нас где было? Илья. Да. А вы смотрите, у вас гаечный ключ есть? Да. Дай мне гаечный ключ, сейчас дай, короче, чё, где трубу добыть. Как? Где?
Так, ну вот смотри, здесь их два. Вот в правом ящике посмотри. Андрюха, сделай Кириллу Вот, кстати, одежду. у нас есть... смотри, Да. у вас два ключа есть. Один вот этот Калиперс или как он там. Он нам нужен для этой, для печки там. Нужно специальные слоты есть в нее, которые складываются. Там можно наковальню сделать и вот эту штуку. И там еще что-то, какой-то ящик с инструментами, по-моему. А у меня кукурузы есть. Так, мне можете кто-нибудь подсветить, то я ничего не вижу. Это где? Я тоже ничего А я вот он, возле этой прилавка этого. И что, ты сейчас добудешь трубу? Наверное. Мне так кажется. А если просто бить? Молоко добыл. Добыл? Давай трубу мне. Сейчас я Сейчас сделаю. доломаю тогда это. А тут всякие железки падают из-за нее, кстати. Вот еще одна труба. Ну, давай трубу я сейчас сразу поставлю. Подождать. Красный Кидай. чай. А вот, еще какую-то штуку добыл я. Ага, так, все, сейчас я туда. Так, Кать тоже не хочет ломаться. Все, отлично, У меня тогда. есть кукуруза, что с ней делать? Что с Кто? кукурузой делать? А, блин, короче, Так. все херня, нам же Стой, этот еще кидай надо. кожу. Нам одна шкура еще нужна в любом случае. А, по-моему, Кирилл, бери, можно одевайся. кожаную эту... Кирилл, у тебя одежда О, спасибо, так. Я, по-моему, можно сейчас одежду какую-то порвать на кожу, может быть. Не-не-не, нельзя. Так, да, выйдите сейчас, я положу это. Так, нет, вот это. О, у меня Так, вот. какая-то этот генератор какой-то. Еще я добыл. А, это я тебе скидывал. Да, наверное. Это мне выпало из этой. Как ее зовут? Откуда? Ты скажи, я скажу, забыл. Из вот этой штуки, которую я ломал-то. А. Из вот этого Андрюх, ты, наверное, холодильника. этот, пожарь мясо. А, мясо-то? Где мясо? Ну, мясо там, где обычно. В этом. Вон. В Ну, крас. Не-не-не-не-не. В красном кресте. Штанцы О, сделаю. супер. Так, чё, все одеты? Так, что теперь? Ну-ка я вот это возьму, примерю. Так, ну чё, пока ночь, я, наверное, на паузу. Утром вернемся, да? Ну да. Смотри, я почему-то властелин. Ну чё, мы, короче, решили не дожидаться прям с самого утра. Бля, у кого-то из вас, ребята, что-то очень громко прям. Это, наверное, у этого. Андрюх. Не, у меня нормально. Нет, что-то у кого-то прям я шумит. Молчу вообще. А, ну А этот... нет, вот я тоже слышу прям как тут Да. там... А Ну, это на одном месте шумит. Это Ага. нормально, я так понял. Ну все, короче, этот... прокачал я скиллы, пацаны тоже немножко прокачались. Что-то я о них даже не знал. Теперь вот, получается, у меня... Ну, 264 уровня я уже делаю топоры да А как лопаты. нам отсюда теперь выйти? Откуда? Я короче, Это это, через я... верх вышел. Не, я через верх вышел. Через эту. Перепрыгнул через эту. Какой ну нет, я просто там уже все начал заделывать колями тупо. Не-не-не-не-не, Тут уже все. через самый верх, через самый верх. Как-то с крыши, Что грубо такое? говоря. Я нифига опять не вижу. А вы кто? Вот кто-нибудь из вас уже пережидал Орду? Я нет. Я вообще играю, вот, грубо говоря, практически первый раз. Я уже проходила Орду, не знаю, что это такое, как Чё, с жопа, этим да? бороться. Ой, там поверь вообще. Ну, Угу. как бы я сказал, первые недельки еще нормально, там первые 2-3. О, пакетик Вот с кровью. дальше. Там самый этот пойдет. Так, нам, короче, пацаны, нам нужен алкоголь. Набухаться, Надо выпить. чтобы Да. да, Нет, тут... чтобы это за Смотри, Кирилл, чтобы ты давно играешь, да, в это 7 Day? да. А как повысить максимальное ХП? Вот у меня, допустим, сейчас ХП максимальное 70. Как мне его повысить? Ты можешь либо мясо Мясо? потихонечку там Ага. да, жарить, да, Либо вот естественно. аптечка, которая с Потихонечку. кровью, да? Да, или потихонечку, помаленечку тебе будут сами ХП привозить вот так. Ну, все. Кто Там привозить? В партнеры. гномики, что ли, привозить?
немножко побыть. Сама игра. Ну, у меня, не знаю, у меня, короче, вот наоборот. У меня вот как на 70 стоит и стоит, все. То есть больше не поднимается пока. Надо попробовать похавать мясо. Будет. Ты что там, со временем надо ждать, оно тебе, думаешь, каждый день, что ли, будет прилетать? А смотри, вот эта орда, она пойдет с 6 на 7 ночь или с 7 на 8? Ну, седьмой на восьмой, да. Потому что если с 6, то это будет сегодня. У нас как бы, да, уже 6 день, слушай, нормально так. Так, нам надо найти этого оленя, блин. Или свинку. Да, надо просто... А я делал тотальную вырубку лесов. Да, ну, да, все рубим, что. Ильей тоже. А, короче, нам бы сейчас... Нам Илья, короче, прокачал такой навык для этих, для инструментов, и он сразу теперь скрафтил 263-го качества. Не, ну нормально, зато потому сейчас смотри, рубает быстро. Я оленя нашел. Я олень. Потому что мой блестящий коса... Это, я олень нашел. Оленя нашел. Оленя? Я олень нашел. Че, да, загасишь его? У тебя же лук есть тоже? Тогда. Нет, у меня нечего. Так, а где он? Где ты? Мне оставаться там, иди по... Да, ты ну, этот, собирайте пока деревья. Кстати, потому что дерево я заметил, надо. Вот теперь топор вообще не ломается практически. Ну, не знаю, у меня он уже почти сломался наполовину. А я что сказать-то хотел, вот все в голове крутится. А, есть такая тема, как данжи здесь. А, я не знаю, как в новой версии, но вот я помню прям в 10 или в 14 в Альфе, я когда играл, были такие секретки. Вот оно прям как артефакты какие-то. Ага. Вот пирамидка такая и наверху какой-то крест. Если бы ее раскопать, то внутри будет лежать гроб, а в нем будет лежать топор со 100% шансом. Вот называется Таза Stone X. И у него там качество под соточку, под 2 соточки, 3 соточки примерно. И он вот рубит дерево буквально за несколько секунд. И он там получает по 300, по 400 дерева сразу. Ну нормально. Но я думаю, когда прокачаю этот навык свой, тоже будут нормальные уже топоры. А это именно, то есть, какой-то там особенный вот этот АЗЭК. А там 600, прям... все равно там не будет прям супер такой топор. А вот... Да? Там он именно волшебный такой, он как бы сам. Ну все, понятно. То есть тогда. Это как бы 600-й, он как бы твой будет топор, да, но он будет не будет чисто таким прямо супер крутым. Да, это то есть только свинка. Я свинью загашу. Прикиньте, это все-таки та свинья, я просто не заметил ее. Ты что напугалась-то? Давай я тебя загашу, аж меня. А, напугало. В смысле, ты ее не убил, что ли, тогда первый раз? Да, я ее пробежал и не заметил. Вот она, я ее сейчас забиваю. А что потом посмотрите, что я тут делаю. Свинья терминатор, что-то слушайте. Чего? А ты что, залагала, что ли? Стой. Ты куда полетела-то? Я тебя что, отпускал? Прям так целенаправленно бежит куда-то. О, свинья? Все, молодец, воду она, короче, в воду залезла. И теперь она тут идет как-то это. Все, я ее загасила, она только на днище поплыла. Я сейчас буду ее потихонечку разделывать. Да, сейчас я тоже подбегу к тебе. По-моему, правильно бегу. Да. Да, вроде так, правильно. О, уже одна шкура есть, жир есть, мясо есть, шкура есть, жир есть, мясо, шкура. Короче, так заклёбывался уже, начинаю, давай сплавь. Ага, он вижу тебя. Такая летущая атмосфера, да? Ну, блин, сейчас, да, еще дождь попер. Блин, вот смотри, вот сейчас холодно. Так, чё ты, где Кирилл? А я вот тут, возле какого-то озерца. Не, я вот возле озера этого, где ты, да. Вылази, давай мне шкуру, да я пойду сейчас этот сделаю. А сейчас я свинью режу этим ножичком, да колупаю ее. Ножичком? Буквально чуть-чуть. Ну, у меня ножик этот из кости. А подожди, смотри, если ножом, допустим, добывать с них мясо, мясо больше добывается из шкуры, чем топором? Я точно не знаю, но мне кажется, вот этот нож деревянный, из костей, он именно для этого, мне кажется, предназначен, а не для убивания кого-нибудь, кого-либо так. Мясо и шкуру я побегу. Ага. Все? Или еще что-то?
Все, да? Все, давай, я побежал. Да, ну что, сейчас заживем, я чувствую. Ну да, сейчас печку только сделаем, все, ништяк будет. У нас тотальная потеря будет, когда вот мы, у нас орда будет, я вам отвечаю. Ну и что, переживем? Надеюсь. Надеюсь, что переживем. А вот я вам сразу отвечаю, у нас будут одни руины от дома, поэтому я сразу вам говорю, лучше переехать либо в каньон, о котором я думаю, либо то место, куда вы говорили. Да потому что знаете, что? Слушай, Андрюха, как домой попасть-то? А, все. А ты по карте смотри. Не-не-не, ну, как зайти? Ага. Руды, одежда, мы все обеспечим. Там у нас все а будет. А там если... дом, помнишь, который тебе показывали в дом, то там решили поженить. Короче, поселиться там, он, во-первых, большой, и как бы, в нем, наверное, что-то будет начальный лут какой-то. Не, я не знаю, мне не показывали. А, нет, там в чем плюс-то? А, кстати, у меня топор сломался. Я сейчас это... Ага, ну привет, тут... Да, да, давай, да, домой приди, сейчас сделаем. А, там все хорошо, там вот шахта именно. Там есть катакомбы, и есть много всяких разрушенных зданий. И вот можно его как-нибудь... прокачать, застроить там, и можно, в принципе, ну, это, наверное, знаешь как? Смотри, это получается 7-й, 14-й день, 14-й. Получается, на 20 какой, 21-й, да? То мы тут пересели все, ну, мы будем встречать уже там орду, потому что, если считать, что каждую орду нас будут просто ломать, то тогда проще будет уж... переселяться, да? Да, каждую волну, потому что... Ой, да ты чё? Не-не-не, смотри, мы-то уже тому времени залутаемся, ты смотри, ну, предположим, мы-то уже прокачаемся, там, смотри, и можно сделать бетономешалку, делать каркасы специально, и вот там чисто просто, если бетономешалка есть, можно бетон крафтить, ну, цемент, то есть, да, там уже прокачивать всякий булыжник, и там у нас просто дом из бетона будет, и уже тогда там не париться можно. Так, держи топор. Угу. У нас все бетонное будет, а бетон очень крепкий. Так, 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 вот она, Беллоус. А вот как выйти? А, вон там. Ну все, сейчас у нас, ребята, будет это, печечка. О, короче, смотри, я умею печкой пользоваться, я сейчас скажу, что надо делать в ней. Макс Пейн, блин, у нас какой-то, а не Seven Days to Die. Почему? Ну это, знаешь, такой нуар еще не хватает черно-белого стиля, и все, нуар будет. Ага. Так, ну у нас, смотри, нормально, ну, да? У вас даже, у нас же наковальни есть. У нас все есть. Короче, у нас... печка сразу топовая, мне кажется, будет, потому что наковальня и вот этот гаечный ключ — это самое важное. Так, это ты скрафтил уже, да? Так. Что-то я не пойму, а где она у меня? Кто, о чем? Печка. Несет один. Она день, может два. Быть еще крафтится? Вот я не вижу, где она. Ты же, в смысле, поставил крафтиться или что? Ну, по идее, да. А, подожди, нет, вот эта штучка. А чего мне не хватает? У нас же есть 1.150. А, блядь, камня не хватает. Я стою, туплю, короче. Все. Ну, у нас там камни за глаза. Да-да-да, все делаю. Я сейчас, короче, буду объяснять, как что и пользоваться. О, блин. Чуваки. Да. Вы там увидите все мои старания. То, что я там наделал, блин. Ух, блин. Здесь такая спокойная атмосфера. О, здесь такая спокойная атмосфера. Где? Да, тут. На улице? У нас дома. А-а-а. Нет, у нас. Все, сейчас будет у нас печка. А что это, кстати, 3... за блоки-то, я так не понял. А я хрен его знает, они у нас появились. В начале игры дают. В начале игры дают, вот он их, короче, поставил случайно. Ой. Я так вспомнил, что это, короче, пожалуйста, пацаны, печка. Так,
Вот это закладываем сюда, а теперь и вот это, где наковальня? У меня наковальня была, подожди. Смотри, смотри, там все есть, да. А, во как тут. Дай, дай, я теперь тоже гляну. А, о, как, приколюха. Еще, а, тут получается, еще можно какие-то инструменты. Да, ты бери все, что надо, да, все, что надо, смотри, делай. Потому что я без понятия. Да, я сейчас скину, что у меня. У меня тут труба есть, металл есть немножко. А, так, вот. Какие-то так, а вот покрышки. Это... Я пока тут покрышки. Так. Смотри, ты это, как это называется? Еду сложи. Да, вот мясо. Да, вон мясо я сложил. Вот еще эти сейчас, есть. Сейчас оно со временем нагреваться будет. Вот сейчас там переплавляться вот это все дело будет. Угу. А я сейчас пока что поставлю железо крафтиться. Надо немножечко подождать, чтобы оно нагрелось. И вот это железо, как оно начало плавиться, типа. И потом уже что, по наковальне? Чё? Потом уже наковальне гасить? Воды нету, ну бери баночки. Давай-ка ты можешь сходить, я пока просто тут. Давай-давай, схожу, конечно. Ну-ка. Давай, где банки? Чё там, ну-ка, подожди, я сейчас одну тему. А где остальные все банки? Где остальные все банки? Ну, у меня здесь две, я сейчас возьму. 14 должно было быть. Так, вот еще 500 глины я возьму. А, все, мы, короче, сейчас заживем, я вам отвечаю с этой печкой. А, вот еще 5 банок. Так, вот смотри, вот те блоки там, это, спустишься, короче, а то просто у меня... Ага. Банки где еще? У меня мало, у меня 5. Нужно ненадолго уйти пока что, пускай она там прогревается, вот это все железо там... Потихонечку плавится, потом я поставлю его, чтобы оно уже в эти в куски металла делалось. Выпивайте вы там все пока. Так. Пока выпивайте там все. Че, Кирилл, пить надо тебе? Я попил уже. На, вот возьми. А, да не норм. А, да, кстати, как раз. Возьми, попей, да. Я сейчас все банки возьму, пойду воды наберу. Что делаем? Я пока, наделаю колик-то. А, вот на тебе баночку. Давай баночку. Скинули вы дерево, скинули? Вы дерево скинули? Да. А нет, у меня 2000. Сейчас положу. Так, ну все, давай я за водой. Так, вот я вот сундук много. Посередине положил. Молодец, спасибо. У нас уже так 115 есть уже железо и 90 глины. Так, я пока эту поставлю плавицу уже. Слушай, на улице прям дождь такой. Ага. Короче, можно делать наконечники железные для стрел. У нас тут можно делать железный забор, железные фреймы уже. Короче, можно пластины железные. Знаешь, мне такое чувство, что я играю не в Seven Days to Die, а какую-то странную игру про выживание. Почему? Там жесткое такое, жестокое выживание. Ну блин, здесь как бы оно реально жесткое, жестокое выживание. Жестокая, да? А не, ну реально здесь. Так что там ничего не трогайте у меня. Вот я сейчас там что делается, ничего не трогайте. Ладно. Ой, а где тут выход-то? А, вот он. Фу ты, ё-моё, я чуть в этот ров с этим не упал. А ты где вышел-то там? Так, воду я взял, да, чё, её сейчас надо кипятить, да? Ну да. Сейчас я все сделаю, наверное. Да, я сейчас поставлю что-то, не проблема. Я пока что добывать буду железо, потому что это сейчас наше самое основное. И ты мне еще скрафти этот топор. Давай, а подожди, что а куда мне воду запихнуть? Просто в этот фуил туда? В эти... Где, рядом с бревнами, да? Ты сначала, нет, ты сначала запихни дерево. Дерево потом, я... Там у тебя, знаешь, типа... там тебе показывают, котелок? Типа, знаешь, как листочек с крафтом. Видите, листочек с крафтом нарисован, да? И там, смотри, там должна быть написано, как баночка с водой. Смотри там. Баттер-ватер. Андрей, ну, как, у тебя как есть обычный это? Крафт. Как обычный ага. Крафт, короче, а, все, кук, да, поставил. Андрей, у тебя лопата есть? Да. Так, что, тебе, Андрюха, надо этот, топорик, да? Ищи вот эту вот такую вот землю и начинай вот ее копать. Видишь, глина выпадает. Не, а это ты делай пока, я просто... Я же говорю, я сейчас занимаюсь насчет оборонительной системы. А, давай. Нашего мини-магазинчика. Железо, это нам все очень важно сейчас. Так, что, я, короче, копаю пока вокруг. Давай. Да, ров побольше надо сделать просто.
А, я сейчас загуглю, как бетономешалку крафтить, или она... Это... Да, мы, я думаю... Ты сделай, пожалуйста, этот, как называется? Топорик делаешь? Да, чё, ты где? А, я вот он ты. Перед тобой. Всё, всё. Держи. А, ну я такая... в принципе сейчас, смотрите, давайте пока что дом-то не будем обустраивать, потому что нам все равно его весь погрызут. Не, все я хочу ров надо. Сделать хотя бы. Да, конечно, ну сейчас бетономешалку, ничего такого не надо. Давайте сейчас посмотрим, насколько у нас обгрызут, если сильно не обгрызут, то смысл уходить. У нас же просто там и как бы и уже все есть. Просто в этом вся проблема. Ну да, ну сейчас глянем. Будет, короче, поставить... вторую стену, ну как бы, и вокруг нее еще эти. Можно, смотрите, просто как несколько баз сделать на случай аварийного какого-то этого. А можно подкоп сделать. Вот, под на случай аварийного съеба, ты хотел сказать, да? Угу. Ну, ой. Можно сделать подкоп, смотрите. Подкоп можно сделать, как это. Слушай, а что у меня показано? Как будто то ли я срать хочу, то ли я обосрался. Короче, понос, там надо таблетки от него. Сука. Я говорил, в первой или во второй серии, типа, у меня нарисована жопа с говном. Ну вот она и нарисована, да. У вас там таблетки какие-нибудь есть? Подождите, там, по-моему, голубые какие-то. Да-да-да, есть. Голубые тоже есть. Поле зеленый. Да? Зеленый от вируса. Сейчас я скажу, что есть. А, есть белый одна зеленая, есть белая одна. Сожри белый, попробуй. Да? Попробуй. Меня это пугает. Они тебе ХП еще должны восстанавливать. Не, ХП не восстанавливают. Не, я короче... Не, я так же пока сру. Я жрать хочу. Странно звучит. Ну, блин. Так ты уж определись, что ты хочешь-то. Так, ну все, мясо я тоже готовлю, короче. Вода готовая в этом лежит. В костре. Я пойду посмотрю там пока, что у нас это, по печке. Посмотри, конечно. Просто пока день, надо немножечко нахапаться тут всего-всего, да? Ой, там уже даже железо плавит. Бляха! А что-то... Я прям на эти попал. Ладно. Не, время нормально у нас, еще времени хватает. Но да я... у нас еще дофига этого времени. Да. Можно столько еще Коли наделать. У меня сейчас мысли только о Коле. Кто в Коле? Ничего, кроме Колей. Так, ну чё, давай, короче, этот, на этом, наверное, серию закончим и потом продолжим уже следующую. Потому что, как бы, тоже, чтобы серии долгие не были, да? Да, заливаться да, ну... долго будет. Да, ребят, ну вот такая у нас сегодня серия получилась. Немножечко построились, поставили печку. Сейчас Кирилл у нас там кузнецом заделался. Будет, короче, что-то там мутить нам. Вот, пока у делаем... Глины с лишним. Знаете, что у нас тысяча с чё? Лишним глины. Ну это ж хорошо или плохо? У нас тысяча с это отлично. Ну и все. Самое главное, что это хорошо. Вот, ну ладно, на этом, наверное, мы серию закончим. Архитектор? Ну да. А я кто? Да, я распиздяй, да? Нет, у нас этот... Короче, этот... Все подряд. Ремесленник он. О, точно. Слушай. Занимаешься тут там крафтом этих инструментов. Да, кстати, сейчас я буду прокачивать уже этот. Луки надо прокачивать, потому что как бы этот нормально у нас выходит уже. У меня тут достижения полетели. Это ж классно. Я, короче, начал железо собирать. Ага. У меня там достижений штуки 3, наверное, вылезло. Не, ну грамотно. Грамотно. Да, ну ладно, ребят, что, да, на этом мы заканчиваем. Короче, если видео нравится, не забывайте поддерживать лайком и, да, подписки на канал. Ну вот, ну а на этом все. Пока-пока. Пока.